Всем привет! Расскажу вам быстренько о том, как добавить друга в Roblox Studio для совместного редактирования карты, создания своих плейсов и совместной работы над какими-то проектами. Итак, в первую очередь заходим в Roblox Studio, заходим на тот плейс, который вы хотите добавить своего друга, и нажимаете кнопочку Collaborate. Вот здесь вот синенькая такая, ее, наверное, не очень хорошо видно, но, в общем-то, найдете. Далее прописываете имя вот в этой строке своего друга. Сейчас, секунду. Пишем. Ну, давайте я добавлю свой второй аккаунт. Вот он у меня есть в друзьях. Нажимаем его и выбираем здесь, что он может делать. То есть, либо редактировать, либо играть. Нажимаем редактировать. Все, сохраняем это дело. И теперь, если мы зайдем... Так, давайте его для начала удалим, для того, чтобы показать вам, какие доступы у него есть без вот этого коллаборации, да, совместной работы. То есть, смотрите, здесь у меня аккаунт RonProd 111. Вот она карта, называется RonProd 12-12-12. Create она есть. Переходим на другой аккаунт, смотрим, здесь вот аккаунт RonProd 123. И смотрим, какие у нас есть карты. Здесь вот в картах оно не отображается, поэтому вам надо вначале перейти на ваш аккаунт. Далее нужно найти ту карту, в которую вы хотите добавить друга. Нажать вот три точки и нажать View on Roblox. У вас откроется страничка с этой картой. Копируете просто ссылочку и передаете ее другу. Друг открывает ее, переходит на эту карту. И у него здесь ничего нет. Он только может попробовать зайти, и то вряд ли у него получится, скорее всего. Потому что карта... Хотя нет, карта опубликована, да, все получится. Но редактировать он ее не сможет в Roblox Studio. Для того, чтобы он смог, опять же, нажимаем коллаборацию, вводим имя друга, добавляем его, нажимаем, что он может редактировать эту карту, нажимаем Save, сохраняем, и все, в принципе. Переходим на этот аккаунт снова, обновляем страничку, и у него появляется вот... такие три точки. То есть он может его посмотреть аналитику и вот Edit in Studio, то есть редактировать в Roblox Studio. Собственно говоря, все. Вот так вот вы добавляете своего друга и можете работать совместно над каким-то проектом, над какой-то игрой. Можете добавить там много друзей. В общем, также вы можете просмотреть, да, если открыть вкладочку VIF. Вот тут вот есть кнопочка, которая называется Team Create. Здесь вот можете посмотреть, точнее, создать тима, да, и рядом есть кнопочка чата, Team Chat. Здесь можете переписываться, ну, так скажем, чтобы другие приложения не обращаться, да, более удобно будет делать это все в одной программе. Так, ну, собственно говоря, на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр, всем пока.